нет. Продолжай. Рыцари. Конец близок. Бумажный рыцарь. Привет, меня ищете? Как ты догадался? Вижу это в ваших глазах. Вы вмешивались в мои планы по всему папиросу и за роту. Бумажный рыцарь. Да, и за роту. Но ваше вмешательство закончится здесь. Здесь я победил неуязвимого Тараска. Вы что, действительно думаете, что вы лучше? Мы стоим на позициях осторожного оптимизма. Вы глупцы, если пришли сюда. Доставайте свое оружие и готовьте заклинания. Ваши дни в качестве искателя приключений подошли к концу. Вы видите дьявольское сияние в глазах бумажного рыцаря, поднимающего свой меч. Из густого тумана появляются остальные члены его банды. Это уже серьезно. Лучше артефакту сработать быстро, иначе у нас могут быть проблемы. Я достаю артефакт и громко читаю написанные на нем слова. Хороший стишок. Хотите, чтобы его написали на ваших надгробиях? Ты ничего не чувствуешь? Покалывание, щекотка, хоть что-нибудь. Давайте покончим с этим. У меня скоро деловая встреча. Итак, начнем. Эй, мои огромные бонусы к урону. Они испаряются, исчезают. Ох, они тают. Что вы наделали? Артефакт работает. Ура! На ваш отряд напали. И мы проиграли по инициативе. Ну, урон терпимый. Танку, конечно, больно, но не прям так, чтобы. Минус один. Капец, урон 1000, конечно, впечатляет. А, они обычные. Я-то думал, это как боссы идут. Они обычные. Ну, это фигня. Они сейчас упадут тогда все. Кроме, конечно, бумажного рыцаря, которому бонусы к урону разработчики накидали. Молния. Ну да, 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 да. Кто бы сомневался, что ты самый хитрый. Убирай. Блин, он ярость сбить никак не может. О, офигеть. Слабость осталась. Как ты утомил своими дебафами, а? Бой тяжелый, конечно.
Ты серьезно? Ты не можешь снять замешательство? Очешуеть, а? Замешательство, насколько мне известно. Это при разуме. У тебя разум восьмерка. Как ты его снять не можешь, бля? Я понимаю, у тебя разум тройка был бы. Да, блин. Так мы далеко не уедем. У него возвратка, конечно, впечатляющая. Танк его, наверное, бить будет. Удар 150. Что-то мне подсказывает, что мы проиграли. Бой явно не равный. Ну, что-то хотел он финальный босс. Ну, не финальный, он один из высокоуровневых. Капец, у него магия закончилась. Опять ты свою молнию впихнула. Как ты подмораживаешь своими заклинаниями, а? Дай угадаю, сейчас торнадо будет, да, который убивает цели вообще. Капец ты полстый, а. Ваншот 1500 урона. Да. Это свои дебафы вешаешь. Как ты утомила? Ладно, неважно. Убери его отсюда. Ясно, с ним в милишном бою драться нельзя вообще, как и физой бить его. Да, конечно, вы нам не дали полечиться, кто б сомневался. Всплеск лавы, да кто б сомневался, и мы теперь его фиг убьем. Ой, блин. Не один, так второй. Надо перья еще купить будет Феникса. Шарик слезет. Да, нужно есть. Вы меня победили. Как это возможно? Рецензия к среднему значению. Регрессия к среднему значению. Муха-ха. Ненавистная вторая редакция. Наконец полностью уничтожена. В папиросе и зароте. Ты только что сказал муха-ха. Обычно это плохой знак.
И мы вовсе не ненавидим вторую редакцию. Еще как ненавидите. Все ненавидят. Дайте-ка я включу конечные титры. Ты серьезно? Мы читали правила второй редакции. Все не так уж плохо. Там исправлены парадоксы путешествий во времени и даже есть злобоглазы. Что, предатели? Я никогда вас не прощу. Похоже, для него это очень щепетильный вопрос. Еще немного поиграем до конечных титров. Может, нам нужно было добавить, что мы играли по правилам первой редакции, потому что проходить кампанию было очень весело. Мы должны его найти и все уладить. Мы не можем так закончить игру. На вас напали. Первая редакция незаменима. Ох, кажется, у нас нет выбора. Кажется, мы ливаем с этого боя. А мы не можем с него ливнуть. Очешуеть! И как нам хиляться? Да, разработчики вообще ни хрена не продумали, блин. И как мы должны, по-вашему, лечиться? Блин, а? Он нас за один удар убивает. А, и все, да, то есть сбегание никак не котируется, да? Класс. Ну все, по сути. А, нет, смотри, есть продолжение. Мы можем отказаться, получается, да? Да, мы могли отказаться. Ну, я не подумал, ладно. Капец, он мне танка просто за один удар убил. Как? Опять этот... Ой, блин. Мы же их убивали. Да шли бы вы гулять, а? В таком... Вы мне взяли... Ой, блин, этот пипец какой-то. А чё они такие сильные? Ясно, мы бежим с этого боя. У нас особо вариантов нету. Мы тупо не держим удар. Основной танк не держит удар. Ясно. То есть без фениксов там ловить нечего. Будем качаться, что могу сказать. Это мы еще на плюс 2 прокачались. А если мы бы в родной экипировке пришли, мы там вообще бы отъехали, да? Офигеть можно просто, а? Как они тестировали это? Сколько фениксы стоит? Мы их не можем убить. Причем фениксы 2500 стоят. Да, мы приплыли, кажется. Сейчас будем фармить деньги, тогда у нас особо вариантов нет. Бить тех мобов, кого мы еще не убили. Например, можно было неандертальцев побить. И мухоловок гигантских.
Ну да. Андертальцы у нас в прошлом, насколько я помню, в Каменном городе. Там же муховки. Это просто капец. Они меня просто ваншотнули танка с первого удара. Что? Как? Офигеть можно, блин, а? Просто с первого удара мне. Первый раунд он его просто говорит, слили танка. Да, вы просто трындец. Ясненько все с вами, ясненько. А я даже, честно говоря, не знаю, что делать. По идее, надо качаться. Блин, мы так утомимся качаться. Но нам все равно надо их убивать. Нам нужно качаться. А эта мухоловка гигантская, что-то она вообще офигела. Она два дебафа из себя сняла. Как ты это сделала? Исчезни. Я понимаю, если ты была бы боссом, блин. Пыльца, блин. Офигеть, а. То есть рядовых мы бьем, а босса что-то как-то вообще. Что-то он какой-то тяжелый оказался. Мы оказались просто не готовы к нему. Что-то я не понял, почему такой урон большой у них? Мы просто от слова совсем удар не держали. Мы же вроде били его. Был не такой сильный. Сейчас что-то вообще даже не бьется. Что очень странно. Получается, нам нужно много перьев Феникса. Много, это мягко сказано. Танку максимальную защиту давать. Да, получается, у танка максимальная защита, вот у этого максимальное ХП. Потому что если он не выдержит, то я уже даже не знаю, что нам ловить. Причем у нас получается два затяжных боя. Сначала с его бандой бумажного, а потом с этим, с боссом еще с каким-то. С так называемым гильдмастером, видимо, который превратится. Блин, да сколько же денег надо, а? Это ж капец. Получается, нам нужна максимальная защита. На, чтобы танк просто выживал. Чтобы его за первый раунд не снимали. Потому что если его за первый раунд снимут, мы, конечно, моментально проиграли. Неандерталец. Да уж, блин.
Что-то мне показалось, они очень сильные. Причем сильное слово совсем. Я понимаю, вы бы ваншотнули у этого мага, у которого 0 вычет урона. Но ты ваншотнул танка, который самый... Но не самый, у нас самый толстый паладин на текущий момент. Все понятно. Они били танка. Воины, так называемые, они должны были бить паладина. Все ясно. Мы оказались не готовы, в общем, все. Нам нужно подготавливаться еще раз. Нужно, во-первых, много перифеникса, чтобы воскрешать павших союзников. Блин, да сколько денег надо, ёлы-палы, а? Я думал, финальный бой, сейчас пройдем и все. Не получилось. Он опять же, вот он ему большую часть удара с критического снял. Это 19 уровень персонаж. О, все понятно. Нужно больше защиты. Эта мухоловка тебя вообще офигевает. Она просто снимает себе все дебафы. Увидел? Как ты это делаешь? Хорошо, давай посмотрим. Так, ты снял с себя слабость, это тело. И ты с себя снял горение, это чувство. Ты хочешь сказать, что ты максимально чувствительная и максимально... Телосложение у тебя максимальное? Ты серьезно? Какие у тебя статы, расскажи мне. А, ну у тебя чувство 8, допустим. Ты бы в любом случае снял. Чувство 8, потому что ты их в любом случае снимаешь. Допустим, ты снял этот огонь. Я правильно понимаю? Огонь, да. Каждый бросок чувств. Ты снял огонь. Но как ты снял слабость? Хотя мы еще не видим, в принципе, может, у него там телосложение под 50, блин. Вот как это работает, я не понимаю. Что за рандомайзер, блин? То есть, ой, блин, а. Насколько мне должно не повезти, чтобы мы... Да, они, видишь, они постоянно бьют этого воина центрального. Ему нужно, значит, максимально этот ставить защиту. Ты видел, сколько удар, блин? Поэтому удар 200, а вот поэтому удар 380, даже под 400. Спрашивается, какого лешего? Блин, сколько же надо денег фармить, а? Ёлы-палы. Ну, надо посчитать, сколько это будет по цене. Получается, надо его переодевать. Надо переодевать его. Это не работает.
На этого постоянно ярости вешали. По идее, они оба должны быть в защите. Так, 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 так. Значит, получается максимальная защита, которая у нас возможна. Которая у нас возможна. Нет, для фарма пойдет любой. Для фарма подойдет любой. А вот для самого боя лучше уже максимальную защиту. Офигеть, они взяли мою пачку, положили. Сто шестьдесят, 120, 120. Ну, щит слабый. Так, еще нужно один щит. А у нас ничего лучше нету, будем ходить в эти. Носи щит. А, тебе нужно два щита. Так, тебе нужна еще вещь на этот. На вычет урона. Да. Вещь на вычет урона. Ботинки. Еще одна, наверное. Капец, у меня оказались явно не готовы. Я думал, сейчас быстренько пробежим. Ага, пробежали, блин. Нас, как говорится, спустили с небес на землю. Ну, примерно равное. Сколько по половин? Три. Ну вот, он потолще хотя бы. И то, мне кажется, надо ему эти щиты грейдануть сейчас взять. У нас 2000. Давай. А, у нас не хватит денег. 2400. Да, нам не хватит денег. Фиг с ним. Раз, два. 500 монет, снять щит. Если они тебя и под этим щитом пробьют, то я, честно, я не представляю, что тебе надо давать. Офигеть. Они огонь здесь спылили. Офигеть. Да, я, конечно, недооценил явно эту компанию. Морковка. 200 монет дали. И на том спасибо.
Вот, у тебя броня 1000. Если они тебя по 1000 пробьют, то я не знаю, что делать, если честно. Наверное, надо будет качаться сильнее. Что могу сказать? Нужно копить деньги. По-другому никак это получается. Копить деньги, одевать персонажей, максимальный деф. Как и вот этого тоже. Максимальный деф им одевать. Я других вариантов просто не вижу. Других вариантов я просто не вижу. Но не максимальный уровень. Но они очень много урона, они могут убить цель. У нас воскрешение под 2000 стоит. Называется фарм, фарм, фарм. Но по-другому никак. Только сработает слабость. А слабость не работает. Он вообще все дебафы снял. Будем качаться, что делать. Ну нифига себе ты ударчик сделал. Дорога косячит еще. Восемьсот монет. По сути, это самый максимальный уровень персонажа на текущий момент. Они, мы еще и по инициативе проиграли. Очешуеть, а! Какие же у меня персонажи, блин, а? Безинициативные. Причем это максимальный деф. Ты представляешь, а что будет тот босс, если начнет бить? Я не представляю. Ну хорошо, хоть они одного бьют. Докаркал, блин. Переключили внимание.
Мак выжил. Как это Мак выжил? Удар 500 был? Серьезно? Впечатляет. У мага защиты вообще ноль. Ему можно, конечно, хп дать. Что могу сказать? Будем фармить деньги. Я думаю, следующее подключение. Либо будем фармить деньги на фул. Либо я сам за кадром нафармлю, и мы включимся, когда уже много денег будет. Поэтому всем пока.